друзья, доброе утро. Хотел такой анонс сделать и пригласить вас задавать вопросы по поводу визовых всяких аспектов. Я вижу, просто вопросы часто задают, знаете, в комментариях к видео, там уже абсолютно, так сказать, вне связи с тем, о чем видео. И там в имейлах пишут, в соцсетях мне пишут и так далее. И я не в состоянии их, знаете, стаскивать в одно место. И кроме того, актуальность, как бы, может быть, там пропадает. Поэтому мы обычно делаем так. У нас на пятницу, сегодня среда, утро. Значит, а вот в пятницу часа в 3, там в 4, к нам придет в офис Татьяна Богданова. Татьяна у нас часто выступает на канале. Вы можете посмотреть, там, поискать на Богданова, на Татьяна Богданова. Она у нас много раз выступала, и Татьяна отвечает на вопросы по визам. Значит, она имеет агентство. Тут школьники что-то собрались, смотрите. Да, вот они тут, много-много детей, там, это high school, они что-то, они протестуют. Сейчас по всей стране происходит так называемый student walkout. Они выходят и протестуют против оружия, там, и насилия, и так далее. Сейчас большая кампания по всей стране. Так вот, возвращаясь к тематике, значит, у нее турагентство. Татьяна специализируется в Integra Tours, называется. Татьяна специализируется в образовательных программах, конкретно США, конкретно Калифорния. И как бы вот много чего знает на эту тему. Поэтому, если есть вопросы, связанные с визами в США, то задавайте в комментариях к этому видео, вот к этому, потому что отсюда я их соберу, и мы, когда Татьяна придет, с ней запишем разговор, может быть, мы даже сделаем прямой эфир, у нас в последнее время такая манера, просто в прямом эфире шарашить. Вот, ну, посмотрим. Во всяком случае, вопросы ваши мы зададим и отсюда, и из прямого эфира. Единственное, что время для прямого эфира не будет для вас особо удобным, поскольку это у нас будет 3 часа дня, у вас будет, ну, скажем, по Москве будет час ночи. Наверное, это не самое лучшее время, так, как бы, чтобы живьем поучаствовать. Но кто захочет, тот поучаствует. Не все же в Москве живут, тоже там по-разному. Все, друзья, счастливо, задаем вопросы и слушаем ответы.